В Краснодарском крае объявлен чрезвычайный класс пожарной опасности. С начала года на территории Северского района зарегистрирован рост пожаров и возгораний сухой растительности. Как отмечают специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы, главная причина бедствий – неосторожное обращение с огнем. На сегодняшний день сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы зарегистрировано 173 случая, что на 146% больше аналогичного периода прошлого года. На территории муниципального образования Северский район введен особый противопожарный режим и действует 4-й класс пожарной опасности. При введении особого противопожарного режима запрещается пользоваться открытым огнем, сжигать мусор, сухую растительность, порубочные остатки, камыши. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафов для граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для предпринимателей от 15 до 30, а для юридических лиц от 200 до 400 тысяч. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно позвонить в противопожарную службу по номеру 01 со стационарного телефона, 101 или 112 с мобильного.